черенковать колеус очень легко. Вот здесь у меня такие прекрасные разноцветные колеусы. Что мы делаем? Отрываем черешки. Вот, оторвали. Зачищаем нижнюю часть. И ставим стакан с простой водой. И через неделю, вот здесь у меня разные черешки колеусов, ну, он отращивает вам вот такие прекрасные корни. Потом можно высадить в грунт, если это лето. Если это зима, можно посадить в горшок и выращивать как многолетнюю культуру. Ничего сложного нет.